Друзья мои, всем привет! Этот необычайно вкусный и быстрый приготовление десерт очень похож на булочки синнабон, только готовится и съедается в два раза быстрее. Нам понадобится 500 грамм слоеного теста, 50 грамм сливочного масла, 3 столовые ложки корицы, 3 столовые ложки сахара. Начинаем готовить. Сахар смешиваем с корицей. Из слоеного теста, кстати, можете взять на свой вкус. Дрожжевое или бездрожжевое. У меня бездрожжевое. Так вот, из слоеного теста нам нужно скатать небольшие шарики одинакового размера. Теперь берем шарик и хорошенько окунаем его в растопленное сливочное масло. Затем хорошенько обваливаем в смеси сахара и корицы. И выкладываем в форму для запекания. Делаем так с каждым шариком. И плотно друг к другу выкладываем форму для запекания. Остатки сливочного масла смешиваем с оставшимся сахаром и корицей. У нас получается очень вкусный соус, которым мы поливаем наши шарики. Не пропадать же добру. Я решила посыпать еще грецким орехом, но это по желанию. И отправляем запекать в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Вот и все. Все готово. Как видите, очень простые продукты, очень быстро готовятся. А десерт необычайно вкусный и нежный. Со стола улетит моментально. Я желаю вам приятного аппетита, друзья. И если вам понравился рецепт, буду благодарна за лайк и комментарий. Подписывайтесь на мой канал. Давайте готовить вместе. Быстро, вкусно и просто. Всех обнимаю, целую. Всем пока!